Вчера ремонтировали зал, финальная съемка, в свой праздник, день Альфы, получился таким вот образом. Вот я в правом нижнем углу, и тут случился эксцесс. Я стоял на стремянке. Вот я работаю. Пытаюсь покрасить, и тут... Что-то произошло. Сейчас смешно смотреть на это. Бам! Меня не стало. Мухаммед оглянулся. Все остальные оглянулись. Володя пытается подбежать ко мне. Жалко, камера все не запечатлела. Я сказал, что все нормально, но после этого получил хромоту. Сейчас, не знаю, я поправлюсь. Да, кстати, мы сейчас снимаем уже третий дубль, но мы не смотрели... Каким образом я появлюсь? И как это будет происходить? Не-не-не, я упал, я помню, держался за бедро, потом за ногу. Краска была разлита, я думаю, хер с ней, главное, что цел. Вот я пошел, хромаю, господи. Держусь, хотя у меня правый сустав болит, я держусь за левую ногу и за правый сустав. Отдало везде, да, я спокоен, все нормально, улыбаюсь.